Уважаемый Владимир Александрович, уважаемые коллеги, добрый день. Хорошо ли меня слышно, все ли в порядке? Да, вполне. Ну, надеюсь, что да. Спасибо. Владимир Александрович, я, во-первых, хочу поблагодарить всех организаторов и полезную дискуссию. Вот для меня крайне важно было послушать сегодня выступающих экспертов и сложить в том числе картину по возможному развитию ситуации в нашем регионе. Владимир Александрович, вы вначале сравнили борьбу с новой коронавирусной инфекцией с войной, и, наверное, с этим согласен. Есть и атрибуты, есть штаб, есть координировал действия боевые против новой коронавирусной инфекции. Конечно, я отдельно хочу поблагодарить Министерство здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко за постоянное внимание ко всем регионам, и Самарская область, конечно, здесь тоже вы. И та координация, которая была со стороны главного санитарного врача Анны Юрьевны Поповой. Конечно, если бы такой координации в стране не было, субъекты принимали решения, не основываясь на мнениях ведущих экспертов санитарной службы, это было ошибок в субъектах Российской Федерации, если не исключение. А что такое ошибка? Ошибка, цена этой ошибки – это человеческая жизнь. Я уверен, что то, что мы вот в этой весенней битве победили, я считаю, все-таки мы, если сравнивать циферки с другими, мы прошли наиболее благополучно. Это достижение всего штаба, всех, кто работал по этому направлению. Еще раз подчеркну, наверное, мы выиграли битвы, но не выиграли войну. Мы видим, что враг меняет тактику, враг мутирует. Видим, что весенний цикл, люди болеют тяжелее. И, конечно же, мы фиксируем на территории сейчас, осенью, рост инфекционных заболеваний. Это в первую очередь грипп и ОРВИ. Кстати, мы по гриппу очень успешно по этапу. И вот буквально завтра ждем второй транш прививок. И также очень организованно, делясь опытом, что мы расписали буквально всех работодателей, всех муниципалитетов, четко знаем, по какую поликлинику они придут, где мы выезжаем на местах. Здесь очень четкий такой сетевой график расписан. Именно мы с первым этапом справились с вакцинацией опережающим темпом. Но еще раз подчеркну, вот когда сходятся эти две волны, сезонная волна вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции, зачастую очень сложно начать одну инфекцию от другой. Все вы об этом знаете, тем более, что вот сейчас, в том числе высокими температурами у пациентов, конечно, определенная перегруженность нашей системы здравоохранения в целом. По количеству КТ-исследований абсолютно рекордные результаты за все время существования вообще компьютерных томографов, но и этого недостаточно. Хочу вам сразу сказать, опять же, что, делясь опытом, мы под ружье все компьютерные томографы, которые есть на территории региона, в том числе частных клиник. Договорились с ними об этом. Ну, где-то нужно пытательно договариваться. Нам это удалось. И сегодня все компьютерные томографы, которые есть в приеме и обследовании пациентов, поступающих по скорой помощи, и включены по предоставлению ОМС. Конечно, нам потребовалось укрепить службу скорой медицинской помощи. Длительная дискуссия была с фондом медицинского страхования, как рассчитывать бригады, то ли от количества вызовов, проживания. Вот этот период подтвердил, что, конечно, надо ориентироваться на численность жителей. Мы 10 скорых бригад ввели, они сегодня уже поехали. Еще 10 в ближайшие недели также будут работать на столице нашего региона Самара. Главная проблема, кстати, это поиск врачей, потому что по автомобилям, специализированным автомобилям, мы полностью укомплектованы. Мы за 3 года, и здесь, конечно, в первую очередь, 3 года полностью обновили парк скорой медицинской помощи, автопарк, на 100%. Да, мы следовали
предложения и частных компаний, и у нас по ГЧП, по своему участку требуется неотложная помощь, они выезжают и на другие участки, так как этот координационный центр. Конечно, мы укрепляем нашу вооруженность уже до конца недели. Новый компьютерный томограф будет поставлен в нашу областную больницу, будет установлен до конца месяца, извините, октября. Планируем приобретение еще два компьютерных томографа, потому что и износ очень велик. Там, где выдерживают люди, спасибо врачам. Они делают порой невозможное, не выдерживают технику. Конечно, мы укрепляем и наш коечный фонд. У нас на начало прошлой недели было 4166 коек отведены под ковид. Это почти в два раза больше, чем было рекомендовано Минздравом. Но хочу вам сказать, что жизнь заставляет нас, и мы дополнительно 70 коек. Уже к следующему понедельнику там 300 из них уже введено. Всего там порядка 700. К следующему дополнительно отведем на под больных с ковидом или подозрение с ковидом. Еще раз подчеркну, что, конечно, мы оказываем больным иногда, которые еще не подтвердили своего диагноза, болезнь такова. Все у нас койки, естественно, у нас хорошие, оснащенные телом по медицинским газам, и новые койки, которые мы вводим, также будут оснащены в необходимой пропорции этими специальными средствами. Мы, конечно, вот очень полезно было послушать по поводу лечения. Мы также сегодня эту значительно расширяем. Мы проводим онлайн обучение наших врачей первичного звена. Протоколы лечения меняются, они усовершенствуются. И, конечно, наши врачи первичного звена знать самые передовые практики лечения новой коронавирусной инфекции. Скажу, что не все врачи вот прочитали эти рекомендации, там больше 200 страниц, поэтому наши ведущие инфекционисты, эпидемиологи такие лекции онлайн сегодня проводят, где самые важные базовые знания дают первичного звена. Конечно, очень бы не хотел... конечно, цифровизацию. Вот все усилия, которые предпринимал в первую очередь Минздрав Российской Федерации, цифровой отрасли, конечно, показывают сегодня выдающиеся, я бы сказал, результаты. И информационная система здравоохранения нам, конечно, позволяет на более высокий качество вывести всю систему здравоохранения и предоставления медуслуг. Это совершенно очевидно. Сегодня у нас координация всех лечебных учреждений благодаря этой системе организована. Отдельно на это развитие телекоммуникации, всю новую технику, которую мы получили, да, и томографы, и маммографы мобильные, они все оснащены средствами связи, и наши ведущие специалисты могут проводить телекоммуникационные консультации, а, например, по всем... По компьютерной томографии мы формируем единую базу данных, начали это делать одними из первых в стране. Конечно, это позволяет и повысить качество лечения, и накопить статистику, необходимую для отки новых протоколов лечения. Владимир Александрович, я, конечно, могу достаточно долго рассказывать о том, что мы еще делаем и предпринимаем. Конечно, никаких денег не хватит, а у нас... С федеральными средствами всего на борьбу с коронавирусной инфекцией, на поддержку людей направлено свыше 11 миллиардов рублей. Колоссальная сумма. Но никаких денег не хватит, если мы действительно добьемся понимания в обществе существующей угрозы. Не будем выстраивать сильные коммуникации. Этому вопросу мы посвящаем очень много времени и очень надеемся... Разумие наших земляков создаст условия, которые позволят защитить общественное здоровье. Не вводить эти локдауны, не закрывать экономику. Это очень тяжело, конечно, было бы в первую очередь для конкретных предприятий, для благосостояния жителей Самарской области.
И для бюджета региона. Вот наши оценки, мы около 20 миллиардов рублей по этому году потеряем доходы. Да, мы людям объясняем. Да, и штрафуем. У нас 1000 штрафов уже и в этот период. У нас сейчас в судах находится 48 дел, которые раз в ближайшее время на приостановку деятельности конкретных предприятий. Это в первую очередь торговые предприятия. Анна Юрьевна нам дает очень четкое исследование, Роспотребнадзор, где наибольшая угроза. Это общепит и это общественный транспорт. Вот 48 протоколов оформлено на приостановление деятельности. Надеюсь, это будет хорошим уроком, и в том числе для тех, кто сегодня нарушает, не попался, что называется, под оформление протокола. И такие меры тоже принимаем. Но самое главное — объяснить людям, что угроза существует, что необходимо поберечь здоровье окружающих. Раньше обычного мы начали отопительный сезон в нашем регионе, подключили дома к теплу, и это тоже такая, знаете, профилактика инфекционных заболеваний. Очень осторожно, Владимир Александрович, мы весной относились к теме электронных пропусков. Вот, мы посмотрели опыт наших соседей и регионов других Приволжского федерального округа, поняли, что у нас это неэффективно будет работать. Мы в одном городе, в Кинеле, провели пилотную работу вот этих систем электронных пропусков. У нас две платформы технологически были для этого готовы, но вводить не стали. Потому что когда причисленность населения, вот у некоторых наших, и мы смотрели, больше 3 миллионов в день обращаются, там 40 тысяч пропусков, ну понятно, что это не слишком эффективно. Мы постарались, изучив этот опыт, все-таки дойти до людей, объяснить им, принимать точечные меры, конечно, основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора. И, в общем, во многом это удалось нам сдержать в пик пандемии. У нас почти в 2 раза ниже показатели были, даже 2,5, чем в среднем по стране. Там в 3-4 раза от некоторых субъектов Приволжского федерального округа отличаются. Считаю, что вот эти точные действия, основываясь на мнениях специалистов, а не на эмоциях интернета, они позволили нам выстроить правильную работу и с населением, и по здравоохранению. Но еще раз подчеркну, есть ощущение, что главная битва еще впереди.